не точно отыгрался Маркову. Он этот же шар вроде мог и играть. Неясно было, как пойдет биток. Хорошо еще так, что у Стэдмана был только сложный удар, на котором он допустил промах. А вот тут у Фу уже шар получше. Новый. Могли после такого удара быть и неприятности у Марка Фу, но так, так получилось, что вроде ничего опасного и нет. Ну, а тем временем Бен Воллостон повел уже серию в решающем фрейме матча с Верглом Брайаном. 26 очков серия Бена, счет общий 27-0. Ну, честно говоря, тут сложная позиция, что тут придумает Марко Фу. Пока не определился еще Марко. Вот только теперь, и что это? Атака в правый угол? Да, ну, все нормально. Но так Стэдман что-то долго размышляет, и не нравится ему этот вариант. Но получается, надо играть тонко, и тогда все-таки опасность есть, что дальний красный может сыграть в среднюю лузу. А так, биток у черного борта. Ну, такое вот, добыто одно очко, но неудобно поставлен биток. Подкат. Было касание. Еще лучше отыгрался Марко Фу. Но здесь-то не видны красные, а вот полевее там есть возможность попасть по красным прямым ударам. Толсто сыграно, толсто. Так, а что же есть? Что же есть? Второй слева красный в среднюю. По-моему, он проходит мимо верхнего красного. Ну, тут уже можно и коричневый играть. Не обязательно пытаться ставить снукер за зеленый. С коричневого выход получается. Более-менее удачный выход. Кроме этого шара в среднюю, можно и в правый угол было играть сейчас. Розовый.
32 очка перевес Марка Фом в данный момент. Итак, у Марка Фо перевес 4-2 в матче и 38 очков во фрейме. Сыгран важный шар. Все-таки там рядом был другой красный, это одно. И отметка розового была занята, а теперь она открыта. Ну, в общем... очка перевес. А на столе, по-моему, 59, 4 красных, значит, это матчбол Марка Фу. И шар проник в лозу. Есть выход на черный. 51 очко в розыгрыш, 53 перевес. Выигрывает этот матч Марка Фу. Ну что ж, первый игровой день. Вот и в последнем матче там вроде проясняется 57-0 в пользу Бена Уоллестона. Ну а во вторник второй игровой день. И тогда мы в конце игрового дня, примерно в это же время, узнаем уже состав участников 1/16 финала. Динамичный турнир, матчей много. Но вот в первые дни по три сессии, потом там в 6 утра уже не будут играть. Но пока ритм такой. Уже матчбол сыграл Бен Уоллестон, 63-0, а на столе 59. Марко забивает еще и кросс-дабл. Ну, в целом, неплохую игру Фо продемонстрировал в этом матче. Но соперник был не самый грозный, но важно, как играл фаворит. Плохо. Макфу, 44.